А моряк из Мурманска Роман Федорцов, ставший известным благодаря увлекательным видео и фотографиям диковинных представителей мира морских глубин, которыми он щедро делится в сети, вновь порадовал постом в своем инстаграме. На этот раз мурманчанин показал усаногого рака баляануса, или попросту морского желудя. Название связано с формой известковой раковины, которая напоминает закрытый бутон или желудь. Тела раков больше похожи на моллюсков, они заключены в известковую твердую раковину. В начале жизни личинки этих членистоногих свободно плавают, являясь частью планктона. А повзрослев, оседают, ложатся на спину, закидывают ножки кверху и обрастают раковиной. Одни могут прицепиться к пирсам или корням деревьев, а другие становятся спутниками морских обитателей.